А мы все думаем, кто нашего ленивца вытаскивает постоянно из комнаты и тащит в коридор. Давай помедленнее, меня от таких скоростей стошнит. Мы думали, они вдвоем его таскают, а оказывается нет, это Шанель все делает. Поросюха какая. Просыпаемся, он лежит в коридоре. Я уже его принесла сюда, потому что, ну, надоело его убирать, думаю, ладно, пусть играют. И никак не могла понять, кто именно из них двоих его таскает. И вот сейчас... Сейчас я вижу это своими глазами. Later that same evening. Вы посмотрите, я на Шанель бочку катила, что это она его стаскивает, а тут вот, пожалуйста. Ты его в туалет пытаешься занести, Руфи? А, родной мой, зачем? Зачем все это? Зачем? 12:00 midnight. Так, фонтан наш горит. И вот я включаю свет. Что ж мы видим? Что? Опять? Господи. Эти звери притащили опять ленивца с кресла. Вон аж оттуда. Сволокли его и принесли к фонтану. Потрясающая ночь. Гремят, стучат. Так хочется выспаться. Мне нужно побольше спать и как можно меньше нервничать по пустякам!